занимаю. Поскольку сейчас, так сказать, заканчивается наш третий час ночи, на котором всем очень весело, и я рада за это. Сейчас на рассвет идем. Я бы хотела, конечно, может быть, сказать не очень то, что вы хотите, девушка моя. Да, все это мы уже говорили. Поступить. Да, но я хочу совершенно другого. Я хочу, чтобы вы в своей жизни окружали себя такими людьми, которые вам приятны. Чтобы тебе в жизни попадались вот такие люди, которые тебя любили, которых ты любил. И самое главное, наверное, все-таки спокойствие в жизни. Мне тяжело говорить будет со спокойствием. Я сейчас я спокойно очень. Я устала. Может быть, равновесие, чтобы у тебя внутреннее равновесие, чтобы тебя никто не смог сдвинуть с точки, завести, там, нервировать или еще что-то. Чтобы ты была спокойна и на все интриги, и на все всякие неприятные моменты отвечала только с улыбкой. Я желаю вам всем здоровья и любви. Конечно, самое главное в жизни, может быть, конечно, хотелось бы все, чтобы все было хорошо, независимо от внешних условий. Самое главное – семья, родители. Дети. Но семья все-таки это самое главное. Дети, будущее. Наша семья, твоя будущая семья. А все остальное будет. Купится, а что ты маленькая скажешь? Что? Своей маме. Мама? Так ты быстро конечно. Выросла. Я слышу, что мама выросла, что помогала мне учиться. Чтобы так же мою сестричку так же вырасти. Да, вот это сложнее вопрос. Когда я была по учителю, она не в меня пошла, но я уже английская. Еще поступили. Спортсмен, да, прям. Да, девушка. Все. Да, на здоровье. Вот. Здоровье стараемся заботиться понемножку. Мама видно. Как и мама. Стройненькая. Также стараемся поступить в лингвистический университет. Вот еще приду в школу. Я уже не учусь там нормально. Я сегодня выскочу замуж. Мама убьет, конечно. Может. Вот. Ну так, всем хорошо, можно тут поступали. Я с уставшим я вот. Причем было такого не видно. Вот. Ну что еще? Для отца что-нибудь скажите, для вас, для папы. Папа, папочке тебе тоже большое спасибо. Кто-то за меня пятый год брался, там, наверное, никак все не взялся в учебе моей. Я думаю, когда-нибудь возьмусь, но не за меня, правда, за Олю. Вот. Ну, конечно, спасибо за все. За то, что помогали мне учиться. И, конечно, спасибо большое учителям, которые дали мне такие знания. Вот. Я сегодня очень переволновалась, когда вручали мне медаль. Руки с мамой тряслись в обоих. Вот. Прям как, Оскара, как Оскара вручали. Еще вот церемония такую сделать надо было. Ну, чувствую так. Отдохнуть в ближайший день не придется мне уже. Пойдем дальше сейчас гулять. На следующей неделе по новой дороге. Да, в следующий день надо готовиться уже к поступлению. Какой там экзамен? 17 число. Бедняжки. Да, может, я так немножко волнуюсь. Хотя нельзя волноваться. Надо дурачка себя немножко покосить. С языком немножко надо, ну, больше работать с языком и все будет. Да. Сейчас теперь все оборудовал. Учились с твоей мамой, мы знали там. Надо трошки. А просто туда легче было учиться. Сейчас вспоминаю твои конспекты по супермату. Какие шикарные. Сейчас стало труднее учиться на моем. Сейчас в вузах больше требуют от школ. Может быть так. Так что это надо еще. Сейчас еще надо еще оправдать свои медали, во-первых. Я думаю, это не все сделают. Наверное, тяжелее, да? Что? Ну все. Ну ручкой сделать себе. Все, до свидания. Еще увидимся. Может быть, утром. Ну все, пока. Балки. Мне как лично так очень тяжело достались мои дети. Да, все, и девчонка. Тяжело, конечно, двоих. Ну, в то же время, конечно.
какая-то, да, радостная и вообще-то какая-то даже не гордость, когда мне говорили, ну вот, наказал, вот твой день тебе, да. А мне казалось всегда тяжело, но это все равно какой-то вот все-таки два сына. И большая радость, и большая ответственность. И в принципе я, конечно, детей своих жду, что с возрастом мне будет легче и что они мне будут опора в жизни, да. Что пока у меня есть силы, так я им все отдаю свое. Что маму, конечно. Хотелось бы, чтобы вас все сложилось. Да, чтобы сложилось в жизни. И чтобы то, что я, может быть, я и не могла словами там как-то, может быть, что-то и дать то, что нужно. Но сердце мое всегда. Да, с вами. И все боли, и все это, конечно, на моем сердце. Рубцы. Да, рубцы. Рубцы, не рубцы, но, конечно, для материнского сердца какой-то след остался, и хотелось бы, конечно, чтобы уже дальше больше радости видеть из детей. Чтобы они уже какое-то сознание у них было. Да, чтобы устроились в жизни. Чтобы все сложилось и чтобы, конечно, стали людьми, чтобы действительно были мужчинами в жизни, и чтобы твоя семья была, и чтобы, конечно, мама не забывали. Все, поехали. Я, Денис, Денис. Закончил 11 классов. Денис, наконец-то. Я немножко покажусь, пожалуйста. Я рад, что все-таки действительно покидаю эту богадельню, может, не богадельню. Некоторыми учителями были свои вопросы, свои проблемы. С некоторыми учителями мы находили общий язык. Я считаю, что, в принципе, все мы люди, в принципе, все, в принципе, нормально. Я рад, что так все сложилось. Хочу поступить в высшее техническое пожарное училище Новоаннинское. Надеюсь, что поступлю. Да, вот поступлю и буду вас всех. По пожарным накрывать. Вот. Друзья, хочу всем пожелать удачи, прежде всего удачи. Желаем всем поступить, желаю всем, что не желаю себе сами. Родителям хочу сказать большое спасибо. Особенно маме, наверное. Да, особенно маме, ну и папе тоже. Это же все-таки не выдержали меня, вытерпели. Хотя это еще не окончательный этап, за этим еще много еще предстоит. Я надеюсь, они меня понимают, любят, я их тоже люблю очень. Вот. Все, в принципе, хочу своей любимой девушке сказать привет. Все. Спасибо. Я Линч Максим. Сейчас мы заканчиваем школу в физическом институте. Учусь в 11 классе физико-математическом. Пришел в этом году, не в этом, 3 года назад в 3-ю школу так учился. 8 лет в первой школе. Ну что, хочу пожелать родной школе всего самого лучшего, себе поступить, куда все хочу, чтобы все наши мечты сбывались, то родителям было счастье, себе выучиться, работать. Ну, всего самого лучшего, счастья, конечно. А братец? Ну, братишку стать пожарником, самым лучшим, самым высоким, так же. Начальником. Будет сидеть сейчас, как я, и всем приказывать. Хорошо, хорошо. Мы тоже желаем тебе удачи. Всего хорошего. Тебе и брату, и твоим родителям. Пока. Ну, все аккуратно. Вот мы собираемся здесь тщательно, свет, видите, сколько у нас всяких, вот, посмотрите. Не бойтесь, пьянки там не намечается никакой. Мы не пьющие. Хватит, хочешь еще вот пить. Знаешь, шампанское-то вино. Нет, шампанского хватит, нам не надо больше. Надеемся, приятно провести. До свидания, всего хорошего. Сами себе пожелаем всего самого наилучшего. До свидания. Чтобы нам хорошо провести время. Нам остается снимать. Но...
Все, гуляли природу, как люди. Любовь, сила. Сила. У меня там будешь на мосту? Все, не вопрос. Андрей! Это нельзя снимать. Спасибо. Молодцы. Спасибо. Завзят. Так, поехали. Что, сынок? Желаем тебе. Мы очень рады, что ты получил аттестат, закончил 11 лет мучений. Да, мы очень довольны, что ты уже почти курсант военной академии, поступил. Уже поступил? Да. Так что мы очень довольны. Хотелось бы лучше, конечно, но слава Богу, что поступили. Ну, спасибо. Учителям спасибо. Вам спасибо, что вы такого сына вырастили. Хотелось бы, чтобы он стал хорошим человеком, человеком с большой буквы. И чтобы жизнь прошла так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитый век. Чтобы не вот хуже вас было. Присоединяемся, желаем вашему сыну здоровья, успехов в дальнейшем пути. Всего хорошего. Спасибо. 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 Никого нет. Никого нет. Где Сём? Там темно. Если будет видно, не будет. Где Сём? Мой дорогой, любимый сыночек, я очень рада, что ты кончаешь школу. И в то же время очень грущу, потому что твое детство кончается. Начинается твоя юность. Ты уходишь в самостоятельную жизнь. И как мне хочется, чтобы тебе всегда сопутствовала удача, везение. Но не теряйся, если будет вдруг и неудача. Находи себя, находи в любой ситуации. И всегда помни, что тебя ждет твоя любимая мама. Маша, цветочка.